Вот мы подъехали к батюшке, отцу Якиму. Конечно, еще подъехал со своим уловом сегодняшним. Доброе утро, батюшка. Или добрый день уже. Не есть, я ловил, не хотят. Давай. Как называется, кантер? Да. Самые точные весы. С точностью до килограмма, да? Это не точно. Ну, гони, гони, гони. Она наклонна. Стоп. 4700. 3700? 4700. 4700. 4700. Ну, ведро сколько там? Ну, давай, вот сколько там. Мы привезли пустое ведро еще. Вот оно. 4700. Так, запишу сейчас, подожди. Угу. Как же карандаш лежал тут? Неужели выпал? А минус 700. 4 килограмма чистых. 4 килограмма. Сколько? 4 килограмма чистых. Ну сколько здесь? 700. 4 700 и 700. 4 килограмма чистого. А теперь нам нужно сколько посчитать. Когда мы кишки вытащим, еще раз взвесим. Давайте. Благодарим. 4 700 у нас. Так, 4 килограмма. Так, тебе это принести рыба? Не, не надо. А? Да не надо. Ну смотри, что отказался добровольно. А то мы тебе десятину-то потом отдадим. Да не. А там у меня Андрюша дал мне такую, сделана мордушка искусственная. Андрюша какой? А в деревне сколько Андрюша? А этот? Ну, ну вот и... За раз столько? Да, почти столько. Там еще две мордушечки махонькие. Все одинаковые. Нет, не одинаковые, вон смотри какие. Мы два захода делали. Видел, ну средним-то можно взять. Вот какой. Да, да, а там, там еще больше. Руку-то засунь целиком. Брать руку-то. Ну, есть крупненькие, да. Да. Там были глубокие так, а что, ямы. Вы их давно уже поймали, да? Только что поймали. А что-то они такие, как это? Ну все, жарко. Без воды. Сейчас чистить будем. Воды мне дали. Вы их сначала помойте, тогда чистите. Никак. Это как? Самое полезное. Помойте. Трибунал тоже. Это Надежда Васильевна моет, пока две кости останутся. Да нет, ну что там тина, да все. Да тина-то уйдет. Из всего получается. Кисетка, желе. Холодец-то. Из этой вот самой сверху. Так вы ее сушить собрались же. А? Вы же ее сушить собрались. Ну что ж, сушить будем. А зачем она вот. Желе-то? Так она без этого там не имеет той силы. На. А потом мы сейчас почистим, другим предложим чищенный, потому что нам кишки нужны. Ну куда не рыбки, тащи. Потом еще один.